Сегодня утром я провел оперативное совещание, на котором рассмотрели график выполнения ремонтных работ по гидравлическим испытаниям в индустриальной части города. На сегодняшний день Вологда Газпромэнерго не обеспечила подключение 135 домов. Такую ситуацию мы не считаем стандартной. С нашей стороны предъявлены требования к руководству предприятия в кратчайшие сроки обеспечить подключение всего жилого фонда и тех хозяйствующих субъектов, которые находятся в индустриальной части города. Пока не будет решен вопрос по индустриальной части, гидравлическим испытаниям в Заягорском районе Вологда Газпромэнерго не приступит. То есть все раскопки должны быть завершены, все ремонтные работы должны быть выполнены в полном объеме. Владимир Игоревич Рясин меня заверил в том, что эта задача будет выполнена в кратчайшие сроки. По-человечески понять можно, да? То есть если вы не рассчитались за поставленную тепловую энергию за предыдущие периоды, но это вопрос к управляющей компании. Ведь большинство жильцов этого дома, если быть более точными, более 90%, которые своевременно рассчитываются, они не могут быть заложниками неплатежеспособности или неисполнительности управляющей компании. И мы не допустим того, чтобы жильцы страдали.